салоне сидушка сразу отсюда видно, вся порвана, заклеена. Ну и грязный автобус снаружи. Очередной мониторинг прошел в Хостинском районе. На курорте каждый день на линию выходят более 800 автобусов. Обслуживают их 7 автотранспортных предприятий. По поручению главы еженедельно эти рейды, мониторинги проводятся совместно с представителями общественников. Это представители районных администраций, представители ТОСа. Часто внутри в салоне много мусора. Это все необходимо убирать. Обращается внимание на тарифные сетки в автобусах, правила перевозки. Специалисты и общественники проверяют санитарное состояние транспортных средств на линии, исправность системы кондиционирования и форменную одежду водителя. Если есть нарушения, фиксируют и передают информацию руководителям транспортных предприятий для устранения. К слову о чистоте внутри салона, жители и гостей курорта просят не забывать, что автобус не является урной. Чаще всего оставляют пластиковые бутылки или пакеты от еды. Мы все эти сведения собираем, эти сведения будут переданы руководству перевозчиков. Вот. И хотелось бы, чтобы вот наш транспорт, наши автобусы, которые встречают наших гостей, отдыхающих, были чистые, красивые, потому что это наше лицо. Первая встреча, это всегда запоминается. В свою очередь, руководители транспортных предприятий регулярно проводят инструктажи по соблюдению правил пассажирских перевозок и культуры обслуживания. Особое внимание уделяется соблюдению водительским составом правил дорожного движения. Большинство опрошенных пассажиров довольны условиями в автобусах города-курорта. Всем довольны. И водители хорошие, вовремя открывают. И здесь чисто. Посмотрите, вот где я сижу, все чисто. Всем довольны. Езжу часто. Задержки рейса бывают? Нет, ни разу не было. Водители не грубят. Никогда не попадал, чтобы водители грубили. Мы очень довольны. По окончании рабочей смены транспортные средства обязаны мыть как внутри, так и снаружи. Санитарная обработка салонов проводится вручную. Двери, поручни и сиденья обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором. Все проведенные мероприятия фиксируются в специальном журнале учета. Еженедельно в департаменте проводится дисциплинарная комиссия по фактам нарушений правил перевозки пассажиров, где рассматриваются обращения, поступившие от жителей и гостей курорта. По всем вопросам работы транспорта общего пользования, в том числе касающихся санитарного состояния автобусов, жители и гости курорта могут обращаться на горячую линию с указанием даты, госномера, транспортного средства и номера маршрута. Принимаются звонки и смс-сообщения. Ксения Синявская, Дмитрий Говорков. Время новостей.